Сегодня водолазы чистят Балаковские городские пляжи. Уровень воды в Волге упал, поэтому можно приступать к работам. Площадь двух муниципальных пляжей немаленькая, однако опытные специалисты уже не первый год вычищают места купания, поэтому времени много у них не уходит. Данный пляж, согласно техническому заданию, 1400 квадратных метров у нас составляет. Вот, примерно где-то 2-3 часа составляет время обследования и очистки. Второй пляж в первом микрорайоне площадью 2000 квадратных метров. Но там чистить сложнее, мусора больше, поскольку практически совсем нет течения. В обязанности водолаза входит не только поиск и подъем мусора, но и очистка дна от ила, водорослей. Правда, сейчас в холодной воде их немного, и в основном на берег вытаскивают то, что осталось после отдыха горожан. Бытовой мусор, бутылки, банки, стекло. Ну, по сравнению с прошлыми годами, мусора меньше. Состояние пляжа удовлетворительное, но, тем не менее, мусор имеется. После того, как водолаз обследует дно пляжей, он составит план акватории, согласно которому на глубине 2 метров будут установлены буи, за которые заплывать запрещается.